А, это финал? Да. А он первого выиграл. Да. С черненьким, с черным. Пару. Время в тридцатке Украины был, ну, там запас чувствуется. Мне чтоб надо ближе к пику быть. Сейчас не на пике пока. Пару, ой-ой-ой, здорово. А, у тебя КМС? Да, КМС, КМС. Есть просто, ну, у нас там в России мастер. Сильно. Хорош. Реагирует. Он глубже было подавать. Хорош. У тебя 900 рейтинг, да? 924. И ты ближе к мастеру? Тут в Москве есть по 700, а у них там по московскому. Сколько это рейтинг? Под... Ты что-то давили, да? Ну, нормально, да. С Ростова. А, говор, да, чуть-чуть такой. А? Говор, да, немного. Ну расслаблен. Да, да. Ай-яй-яй. Перехопал. Остаться. Черный, черный. Хорош. Ай-яй-яй. Два матча даже. Да. Все равно же.
рейтинг такой играет. Ну, ну это я уже не ездил, может, месяца 2-2.5. Хорош. Не, тяжело, тяжело. Когда равный, как минимум равный, играет, расслабился, все, очко проиграно. Ай-яй-яй. Кины из Украины, то он должен там играть, но он же здесь живет, поэтому мужчине, он не может играть. А прописку, например, сделал? Ну, да, ну он на пятое не потянет, сейчас ни на Украине не потянет, ни в Москве, там 1600 минимум, просто косо. Это вообще другой теннис. Это совсем другой. Чего там? Скачков это прям. Ну, конечно. Во-первых, он чемпион России. А России он не мог показать даже половину там своего уровня. Только вот этот год, а до этого он постоянно проигрывал кому-то. Ну, Стас, я же говорю, то, что была тоже команда. Была тоже команда. Я говорю, запаса нет. Стаса по запасу-то есть. Если бы он был, ну, интенсивно тренировался, поддерживает там более-менее форму. Ну, так, чтобы он... Нет, нижний, 1300. У него? Да, да. Ну, сейчас 1000, да? Ну, это же говорю, тут разный рейтинг. 1200 РТТР, я же говорю, большая разница. Так, ладно. А это Перов? Перов, да. В основном на российском, да? Ну, вот когда он ездил, они были, Тачалов, Перов и еще кто-то, они были в команде вторые на России. Ну, что-то колено болит, что такое, потому что ну, он тут на турнирах обычно закрывал всех хорош. Хорошо, хорошо. Это, я же говорю, я не видел матча. Влад, по-моему, первый раз выиграл. Том и выше играет, но почти без топ-спина. Еще проще. Ой-ой-ой-ой. Хорош. Здорово.